Привет! Ты снова на канале IT User Help, и в этом видео я хочу показать тебе, как запаролить свои файлы, фото, видео, другие файлы, музыку на своем смартфоне с операционной системой Android и сделать это так, что даже никто не догадается, что какие-то файлы у тебя находятся под паролем. И для решения этой задачи нам нужно перейти в Play Market, в Google Play Market, и в поиске английскими символами вводи так же, как ввожу я, Torch. Тебе нужно ввести слово Torch английскими символами и скачать приложение Torch Gallery Vault. Называется оно так, производитель Jelly Jube M и имеет вот такую иконку. Тебе нужно его скачать, установить, и после этого можно будет открывать. Как видишь, приложение имеет довольно высокий рейтинг 4.6, 3000 отзывов и более 100 тысяч скачиваний. Давай вкратце посмотрим описание, что это приложение может делать. А это приложение может скрывать фотографии, видео, аудио, заметки в своем хранилище. То есть так же, как я и говорил. Выглядит это все как обычный фонарик для смартфона. Но в этом и суть, что под видом обычного фонарика у тебя скрывается настоящее хранилище. То есть, открывая приложение фонарик, ты на самом деле можешь открыть хранилище с секретными файлами, фотографиями и своими любыми другими личными данными. Если перевести этот ползунок в такое положение, то приложение будет работать как обычный фонарик. То есть загорится вспышка, и ты можешь использовать фонарик, вспышку как фонарик. Но если ты в этом месте нажмешь и удержишь, то получишь доступ к хранилищу запароленному. И в этом моменте, в первый раз, когда ты введешь, тебе предложат ввести какой-нибудь пароль. То есть ты должен придумать пароль четырехзначный и запомнить его. Потом еще раз confirm, подтвердить то, что ты ввел. Два раза вводишь пароль. Еще нужно ввести после этого секретный вопрос. Например, what is your favorite game? Выбирай любой вопрос, который ты сможешь запомнить. Первое, это какая твоя любимая игра. Второе, это какой твой любимый цвет. Третье, твой любимый фильм. Следующее, это любимая еда. Следующее, это кто твой лучший друг. Выбирай, что ты точно запомнишь, например, color, какой твой любимый цвет. И вводишь, например, лучше вводить английскими символами. Например, red с маленькими буквами, все, красный. Далее нажимаем save. Это на тот случай, если ты забудешь четырехзначный пароль, тебя попросят ввести ответ на вопрос. И после того, как ты получил доступ к своему хранилищу, ты можешь добавить сюда видео и прочие данные, которые будут храниться под паролем. И все. Потом, когда тебе надо будет получить доступ к своему хранилищу, ты просто берешь, открываешь приложение «Фонарик», и либо используешь его как обычный фонарик, если тебе нужен фонарик, а если хочешь получить доступ к своему хранилищу, то вот в этом месте зажимаешь, удерживаешь, то есть пальцем на сенсоре вводишь пароль и получаешь доступ к своему хранилищу. Да, есть такая проблема у бесплатных приложений, что иногда показывается реклама. Это, к сожалению, плата за то, что приложение бесплатное. Почти во всех приложениях бесплатных такая проблема есть.
Ну а в остальном функционал полностью работоспособный и довольно широкий. На этом у меня все. Если видео было полезным, ставь лайк, подписывайся на канал и оставляй комментарий. Пока.